Жителям Подмосковья, которые получают федеральные пособия и социальные выплаты на банковский счет, необходимо завести карту МИР. До 1 октября, напоминает Министерство социального развития Московской области. После оформления счета в национальной платежной системе необходимо передать данные о реквизитах в Управление соцзащиты и в Центр занятости населения, если вам начисляется пособие по безработице. Социальные выплаты после 1 октября не смогут быть зачислены на другие карты. Данные изменения не касаются жителей, которые получают денежную соцподдержку в почтовых отделениях или по сберегательным книжкам.